Церемония вручения паспортов прошла в многофункциональном центре на Свирской. Сюда пришли 12 школьников. С момента, когда они получают паспорта, начинается новый отсчет времени. Для них это серьезный шаг во взрослую жизнь. Но пока еще очень многие решения им предстоит принимать вместе с родителями. Потому и сегодня на церемонию вручения паспортов пришли их мамы и папы. Поздравили 14-летних мальчиков и девочек работники муниципалитета. Со словами напутствия к ним обратился заместитель главы администрации городского округа Евгений Кравченко. Вы сегодня становитесь уже гражданами Российской Федерации, обладающими таким серьезным документом. И желаю вам мудро, взвешенно относиться, принимать решения, относиться к жизни. Самое главное, не бояться идти вперед, и у вас удача всегда будет сопутствовать. А мы, взрослые, родители, бабушки, дедушки, всегда вам поможем. С момента получения паспорта у 14-летних появляются почти что взрослые права и обязанности. Например, можно пойти работать, правда, пока еще на неполный день. И одновременно с этим при заключении трудовых отношений 14-летний гражданин должен понимать возложенную на него имущественную ответственность. На работе он обязан соблюдать дисциплину и трудовой график, установленный работодателем. Это важное событие в моей жизни, потому что получение паспорта, я считаю, главное. Конечно, это очень волнительно, да, как бы для ребенка. Вот, и очень важно то, что это произошло в такой торжественной постановке, как бы это запомнится на всю жизнь, несомненно, ребенком. Завершает красивую, уже традиционную церемонию вручения паспортов общая фотография. Она для этих мальчиков и девочек на многие годы станет напоминанием об этом важном для них дне. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.